Всем привет! Второй раз мы с вами в салоне G-Tour. И видите сразу, как здесь все перестановка. В том плане, что раньше было вот этих дашинг много, поэтому практически одни дашинги стояли в салоне, но не было вот той машины 70+. А теперь появилась она, появился теперь X90, и, соответственно, вот эти все машины распроданы, вот это у них одна осталась. Ну и, соответственно, ждут они, опять же, автовозы, пока привезут. И вот эта машина скоро у них появится на тесте и прокатится тогда. Вот эта машина, как там сказали, что она это база, вот эта машина. А вот эта машина топ. Ну, потом цену сравним, посмотрим. По поводу вот этих машин, опять же, смотрите, спрашиваю, как бы разница. Ну, то есть здесь, это у нас, видите, дашинг выглядит поинтереснее, да? И здесь как бы вот считается, что это более для молодежи. У той машины такой более классический дизайн, то есть не стали они вкладываться вот в разработку. Такого прям ух ты такой, да, все такое. Зато вместо этого там стоит более мощный мотор, 190 лошадей сразу. Такие вот дела. Давайте вот с этого мы, наверное, и начнем. Да, еще пока не забыл. Сказали, что вот у них еще ожидаются новинки. Какие особо раскрывать не стали, сказали, что у них еще будет совсем скоро после Нового года внедорожная такая версия машины, но ждите, в общем, все это потом СМИ раструбят. Итак, смотрим, G-Tour X90+, ну такой вот тоже классический, да, вид у машины, кроссовер, без каких-то всяких вот таких наворотов, все привычно, фары, снизу тоже оптика. И так далее, да, и что-то даже отдаленно фордовское вот это вот напоминает мордаха. Такие вот огромные колещаги. Давайте читать. G-Tour X+, X90+, и капитация у нас комфорт. Трансмиссия робот DST, привод передний, двигатель 1.6 турбо, 190 лошадей, крутящий момент 275 ньютон-метров, объем багажника до 1634 литров, количество мест 5, дорожный просвет 210 миллиметров. Цена представленного автомобиля 3 399 900 рублей. Ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно, то обязательно заходите на сайт autospot.ru. Тут собраны все предложения от официальных дилеров сразу со всеми скидками, акциями и предложениями. Вам не нужно ездить по всем автосалонам, смотреть, какая комплектация, какая машина, у кого есть, у кого нет. На сайте вы сразу видите именно те предложения, что стоят в данный момент у дилера. А чтобы зафиксировать за собой скидку, вам достаточно выбрать марку, модель, цвет, комплектацию, вбить номер и телефон. Все. За вами машина бронируется, с вами связывается менеджер, обсуждаете детали сделки и едете забирать автомобиль. Все просто, а сайт бесплатный. Пользуйтесь, ссылку оставил в описании. Как видите, про скидки ничего здесь пока не указано. Кстати, вот адрес, телефон почитайте, вот сайт указан. Чтобы я там не писал, паузу нажмите и все это запишите. Кому это все интересно, то есть, опять же, допов практически нет. Как ребята сказали, что на машинах, ну, салон только недавно работает, ну и, соответственно, по поводу скидок и всего остального, это уже вы обращайтесь по телефону индивидуально. Электропривода нет, но видите, здесь заглушка, значит, там это уже должно быть. Вот так высоко поднимается крышка, прямыми росте 172 сантиметра, еще вот столько места над головой, ну красота. И тут тоже еще какая-то, видите, кнопулька. Ну вот ручка, чтобы закрыть. Вся дверь в пластике, хорошо и эстетически. Это все хорошо выглядит. И тут еще, видите, что-то типа шумки. Подсветка имеется, с этой стороны тоже. Большие такие, да, вот эти штанги. Вот такая шторка. Это что у нас такое? Типа, это для ремней. Ну и тут розетка такая вот. И тут у нас что? Скорость работы вентилятора, включение и так далее. Да, прикольно. Смотрим, что здесь предлагается.
Домград инструменты. Жилетка. Запаска, так понимаю, здесь. Да, вот она. Даже докатка, а не запаска. Ну и обрати внимание, как у нас подвесочка. Закрываем. Естественно, есть камера заднего вида. Пластиковый обвес по кругу. Двери, порог закрывает. Без ключевого доступа имеется. Ну давайте мы с вами. О, сразу смотрите, у нас G-Tour, да, тут такое дело. Все отделано мягким, хорошо. Тоже все отделано мягким. Все летающие подъемники в нужном месте, все эти блокировки. Там где-то не искать, не... а сразу раз, все под рукой. Ну вот так. G-Tour здесь, подстаканник. Все, как видите, вот так. Тут еще две заглушечки, электронный ручник, автохолд. Такой селектор. G-Tour, электронный стояночный тормоз включен, большой экран, и вот в виде козырек, чтобы бликов не было, все хорошо. Все отделано мягким и так далее, да? Ну вот такое. Ну, обязательный атрибут китайца. Видите, канадская прикольная подсветка, что тут написано по-китайски, может вот это. И обратите внимание, какие они широкие, да, вот эти вот козырьки. Ну что, сидеть удобно, все красиво. Тут еще настройка зеркал. Они складываются, видите, они складываются. И шустро так быстро работает. Отключение ESP. Это всем крутилка понятно. Значение и так далее. Четко все работает. Где рука остановила, там и остановилась. Динамик. Тут еще видите окошечко такое вот, то есть когда включаете поворот, и вам видно, что вы включили или наоборот, что не включили. Резина стоит GT. Что здесь? GT комфорт 225 45 r20. Ну, в базе, да, и вот такие огромные колеса. Ну не знаю, идем дальше. Смотрите, G-Tour Dashing я снимал на среднюю комплектацию обзор, и на топовую комплектацию снимал. Это у нас какая? Это у нас не топовая, потому что вот судя по вот этой части машины, это у нас не топ. Там в топе вот тут все обрывается, сделано по-другому. Видите, большой экран мультимедиа, старт, engine stop. Такой вот руль, небольшие скосы. Ну и тут, видите, как тоже все дело мягким. Просто сделано ровно. И вот такой вот мультимедиа. И еще экранчик, видите, как. Но опять-таки, смотрите, я когда все время говорил, что, мол, типа, а вот мне не нравится, когда экран сделали там типа отдельно, да, или когда еще вот эти пошли, ну там. Эти цераты, элантры, когда там уже стали все делать по-новому, и молодежь писала, ух ты, круто все такое. Вот. А мне это не нравилось. То есть мне больше близок такой дизайн, когда вот, ну как, классический по-старому. А теперь все стало вот это по-новому. И некоторые пишут, что, мол, классно, им заходит. Вот. А кто-то, опять-таки, возможно, что стал старше годами, скажем, вот так. Ну и теперь они уже, в свою очередь, не приемлют вот это вот все, ну как бы вот, потому что теперь им кажется, что это да ну нафиг, как бы что это такое. А молодежи вот это все нравится, то есть как-то вот так. Два телефона, розетка. Type-C, кстати, здесь уже разъем есть. Ну вот такой вот селектор. Все работает, в зеркалах тоже все работает. И мне тут подписчик скинул видео, что в его городе при покупке машины дают видеорегистратор iBox. Я про это, честно говоря, первый раз слышу. Посмотрел на него обзоры в интернете. И надо вам сказать, что классная штука. Там, оказывается, есть еще антирадар. Ну, скажем так, подстраховка от дурака. Спросил у наших ребят, у менеджеров, у нас такая есть фишка или нет. Сказали, что
такого пока у нас нет. Но, видимо, там какая-то локальная акция от автосалона, я так понимаю. Вот такая вот машина. Идемте смотреть, сколько стоит такая машина. В белом цвете она представлена. Все делаем мягким, мягким. И, кстати, по поводу вот этих ручек. Значит, смотрите, да, вот так. Да, так все это вы настроите. Вот так раз, открылись ручки. И вот в таком положении они могут быть, по-моему, до 3 минут. Но там все это дело настраивается. Можно сделать 30 секунд, допустим, хлоп, и они потом, ну, это убирается. А так вы, допустим, приходите вот, и потом перехватываетесь и открываете, да? То есть еще раз, вот так они все открываются. И могут, если там вы не отрегулировали время, вот так они будут в таком положении 3 минуты. Если, допустим, вы машину уже, ну, прогрели и едете, сразу бац, все это дело закрывается. Вот такие тонкости. Можно орехи колоть. Тут что? Подлокотник и 3 подголовника. Ну вот такое дело. И идемте теперь посмотрим, что вот тут. Тут у нас X70+. Давайте-ка мы здесь посмотрим поближе. Тоже видите, здесь все. Подсветка работает. Тут куча всяких динамиков. Охлаждение сидений, подогрев сидений. Видите, тут настройки сидения в двери. Ну как бы, да. Вот такое дело. Присаживаемся. Чтобы я как-то могу высоко. А если вот пониже его сделать? А, выше, ниже, получается, тут не сделаешь. Ладно. Тогда хотя бы чуть подальше. Вот, вот так. Ну как-то вот, ну, высоко сидеть как-то непривычно. Такой вот селектор интересный. Тут что? USB-шные порты. Туда вглубь уходит телефон. Включение USB. Вот такие вот матовые кнопочки. Слышите, да? Помощь при спуске с горы и так далее. Тут нажимаем. Имеется охлаждение. Прикольно. Тут тоже, смотрите, все. Подсветка кругом. Но китайцы считают, что вот так должно быть. Значит, повторю свою мысль, что китайцы вот это, да, делают прежде всего для себя. То есть китайцы делают для китайцев, для своего рынка. И продают там вот эти машины. И там эти машины продаются, да, тиражами, ну, то бишь марки по 300, по 400 тысяч, по 500 тысяч в год. В нашем рынке такое, естественно, и не снилось, и так далее. То есть китайцы покупают там все, понимаете, да? И, соответственно, после того, как у них все продается, они стали вести еще и на наш рынок, потому что рынок сейчас стал свободен. Вот и все. Они к нам не везут что-то там, типа, специально такого, чтобы вот, типа, сейчас мы русским там что-то такое привезем. Нет. Они привозят сюда такой же продукт, который они продают там у себя. Вот и все. И тут удивляться-то чему и нечему. Они тоже ездят вот на таких машинах. Посмотрите все эти статистику продаж и так далее, и так далее. То есть в топ-25 продаж входят и Чанганы, и Джили, и Хавейлы, и много-много-много-много чего. Странно, у нас же аэропорт закрыт, наверное, военные летают. Так, что тут? Ну вот так все. А давайте мы посмотрим, где тут что у нас. Где кнопки какие-то и так далее. Пока я тут ничего не нашел. Ну хотя бы вот это давайте посмотрим. Вот такой подлокотник имеется. А вот ручка. Пробуем. Хоп. Вот видите, да? Совсем-совсем маленькая ступенечка. Пол, ну, почти ровный, да? Вот так все это дело работает.
карман имеется, тут еще даже вот еще что-то можно положить, и там то же самое. И тут, видите, еще, я так понимаю, какой-то можно гаджет расположить, да, или что-то такое, подсветка, видите, индивидуально, потому что у нас какая крыша, дворничек такой небольшой. Ну что, идемте смотреть, сколько стоит такая машина. Заодно посмотрим. Jetour X70 Plus. Прям этих патрубков капец сколько, да? Хром в круг сделано, рейлинги, все это есть. Ну и теперь смотрите, вот о чем я говорил, что это более стиль такой молодежный. Это более такой, ну, скажем так, возрастной. Вот, собственно, и все. А дальше уже кто хочет, что и покупает. Смотрим цену. Имеется камера. Jetour X70 Plus. Комфорт. Робот DST. Привод передний. 5-место. Дорожный просвет 204 мм. И двигатель стоит 1.6. Турбо 190 лошадей. 3 миллиона, ну практически 100 тысяч, да, без 100 рублей. Еще раз телефон, почитайте, посмотрите. Так, это стоит у нас 300, да, а это сколько стоит? А это у нас стоит с более слабым мотором, это у нас стоит 2, грубо говоря, да, 890, и тут 160 миллиметров клиренс. А у этого 204. Ну, идемте посмотрим всю вот эту машину. Вот это у нас топ. X90 Plus. Что здесь? Лакшери. Робот DST. Привод передний, понятно. 5-местный. 210 клиренс. Вот. Тут уже турбомотор. 2-литровый. 245 лошадей. 3 849 900 стоит машина. Ну, и давайте посмотрим, что здесь в салоне. Память сиденья сразу, видите, здесь поехал уже, кто-то уже сидел. Здесь все в коже, отделано мягким, видите, как все сделано. Ну, давайте посмотрим, что тут. Также здесь подсветка, вон все это есть. Большой экран, козырек. Тут, видите, все тоже как сделано. Ну, в общем, как-то так. Подсветочка есть, тут все черное, такой свет вот так включается. Ну, в общем, понятно, да? Кожаное сиденье, 245 лошадей, так вот кому мало, допустим, 190 там, вот такой купить. Вот такие цены, вот такие цены. Еще здесь, видите, у нас акустика Sony, прям вот так все. Ну, давайте еще посмотрим сзади, что здесь. Три подголовника, подлокотник имеется. Jetour. Тут что? Подогрев сидений трехступенчатый, разъем Type-C и USB зарядка. И воздуховод еще можно индивидуальный обдув сделать. Ну вот так. Вернее как. Обдув там получается, он будет общий, просто вы здесь можете себе отрегулировать, там меньше поток воздуха, больше и так далее. И здесь, видите, у нас просто один карман, там в тех еще тут маленький, да, а тут просто такой, ну, тоже куча эйрбэгов, пожалуйста, да. И давайте проверим, раз у нас это лакшери, нажимаем, и да, видите, как это дело поморгало, вот сама открывается. Тут, видите, кнопка есть, а тут также заглушка. Что-то может еще будет. Электрическая дверь замка, прежде чем открывать и закрывать дверь, убедитесь, все такое. Понятно. Также камера, все это имеется. Вот это работает. Вот такие цены. А с той стороны как? А, ну вы просто видите, как сама это идет, видите, широко, ну, штамповкой. И заходит сюда. Поэтому кажется, что вот так.
Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.